России объявлена газовая война. После того, как мы себя объявили энергетической сверхдержавой, западные наши партнеры, они восприняли это как угрозу для своих интересов. Есть ли у Вашингтона шансы выиграть? Я думаю, что Соединенные Штаты панически боятся, что Европа станет более независимой. И чем ответит Россия? Это геополитическое противостояние. Теория заговора. В понедельник в 19:35 на телеканале «Звезда».